Всем огромный привет! Здравствуйте всем! Сейчас делаю для вас отливку на воске от проблем, от напастей, от негатива. Эта отливка будет актуальна для жителей Украины. И также, ну, я думаю, и для всех остальных. Для начала читаю три раза «Отче наш», повторяйте за мной вслух или про себя. Потом читаю молитву святого великомученику Григорию. Так. Пусть нам помогают высшие силы, пусть ангел-хранитель нам поможет. Пусть наша молитва будет услышана. Пусть свечка для нас хорошо поработает. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава, и не во веки вечные. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава, ныне во веки вечные. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое. Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава, ныне во веки вечные. Аминь. О пречестная и священная глава, и благодати Святаго Духа исполненная, спасу вас Отцем обиталище, великий архиерей, теплый наш заступниче, священномученичи Григория, предстоя у престола всях царя и наслаждаяся света единосущные Троицы и Херувимские, соангелы возглашая песнь Тресвятую, великое же и неисследованное дерзновение имея, ко всемилостиму владыце, молися поствы Христовы спасти люди, благостояние святых церквей утверди. Архиереи благолепием святительства украси, монашествующие к подвигам доброго течения укрепи, святую обитель Твою сию и вся грады и страны добрые сохрани, и веру святую непорочную соблюсти умоли. Мир весь предстательством Твоим умири, от глада и пагубы избавленный, и от нападений иноплеменных сохрани. Старые утеши, юные настави, безумные умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, плененные возврати, немоществующие исцели, и везде тепле призывающих тя, и с верою притекающих кратце честных и многоцелебных мощи Твоих, усердно преподающих и молящихся Тебе, от всяких напастей и бед ходатайством Твоим свободи. Моли о нас, всещедрого и человеколюбивого Христа, Бога нашего, да в день страшного пришествия Его шуяго стояние избавит нас, и радости святых причастники сотворит со всеми святыми вовеки. Аминь. О пречестная и священная глава и благодати Святаго Духа исполненная, спасу вас Отцем обиталище, великий архиерей, теплый наш заступниче, священномученичи Григория,
предстоя у престола всех царя, наслаждаясь света единосущной Троицы, и херувимские соангелы, возглашая песнь Тресвятую, великое же и неисследованное дерзновение, имея ко всемилостивому Владыце, молись о паствы Христовы спасти люди, благостояние святых церквей утверди, архиереи благолепием святительства украси, монашествующие к подвигам доброго течения укрепи, святую обитель твою святую обитель твою сию, и вся грады и страны добре сохрани, и веру святую непорочную соблюсти умоли, мир весь предстательством твоим умири, от глада и пагубы избавены, и от нападений иноплеменных сохрани, старые утеши, юные настави, безумные умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, плененные возврати, немоществующие исцели, и везде тепле призывающих тебя, и с верою притекающих краце честных и многоцелебных мощих твоих, усердно преподающих и молящихся тебе, от всяких напастей и бед ходатайством своим свободи. Моли о нас всещедрого и человеколюбивого Христа, Бога нашего, да в день страшного пришествия Его шуяго стояния избавит нас, и радости святых причастники сотворит со всеми святыми вовеки. Аминь. О пречестная и священная глава и благодати Святаго Духа исполненная, спасово со Отцем обиталище, великие архиереи, теплый наш заступниче, священномученича Григория, предстоя у престола всех царя и наслаждаясь света единосущная Троица и херувимские соангелы, возглашая песнь Тресвятую, великое же неисследованное дерзновение, имея ко всемилостивому Владыце, молись о паствы Христовы спасти люди, благостояние святых церквей утверди, архиереи благолепием святительства украси, монашествующие к подвигам доброго течения укрепи, святую обитель твою сию, и вся грады и страны добре сохрани, и веру святую непорочную соблюсти умоли, мир весь предстательством твоим умири, от глада и пагубы избавены, и от нападений иноплеменных сохрани, старые утеши, юные настави, безумные умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, плененные возврати, немоществующие исцели, и везде тепле призывающих тебя, и с верою притекающих краце честных и многоцелебной мощих твоих, усердно преподающих и молящихся тебе от всяких напастей и бед ходатайством твоим свободи. Моли о нас всещедрого и человеколюбивого Христа, Бога нашего, да в день страшного пришествия Его шуяго стояния избавит нас, и радости святых причастники сотворит со всеми святыми вовеки. Аминь. Подождем, когда свечка доработает. Пусть свеча забирает весь негатив, все беды, все злости, все напасти. Пусть все это остается в этой свече, в этом воске. Да будет так, аминь. Подождем еще буквально пару минут, свеча доработает. Пусть догорит до конца.
откупы за отливку, за чистку. Можете перевести на карту. Номер карты указан на канале. Пусть свеча эта забирает весь негатив, все наши напасти, проблемы, слезы, горести, все проблемы. Пусть в этом воске все остается. Запечатывается. Пусть нам в этом помогает священномученик Григорий. Пусть помогает всем людям, которые сейчас нуждаются в еде, в защите, в покрове, в жилище. Кто нуждается в деньгах. Я благодарю высшие силы за помощь нам, за то, что всегда нам помогают, всегда находятся рядом с нами. Благодарю ангела-хранителя за то, что всегда оберегает, покрывает своими крыльями, несет на своих крыльях. Аминь. Все, дорогие мои, вас также благодарю за просмотр. Все, вам всех благ. До свидания.